Так-так, выглядит знакомо. А, корабли не ушли. Елена? Эй, вон она. Черт! Что? Ты, конечно, очень опытный искатель сокровищ, но вряд ли ты найдешь здесь Эльдорадо. Как ты умудрился так вляпаться? Ну, вообще-то я тебя спасал. О, это так мило. Тут у нас традиционный кирпич из песчаника, известковый раствор. И откуда у тебя такие познания? Моя программа. 4-я серия «Архитекторы нового света». Да. Надо будет просто дернуть как следует. Что? Погоди, ты уверена? Уйди с дороги, Гудо! Чемодан, открой эту чертову дверь! Вот черт. Дрейк! Эдди Раджа. Ну кто же еще? Удивительный документ, а? Похоже, этот сэр Фрэнсис был прямо моим коллегой. Не льсти себя, Эдди. Не любишь ты по-хорошему, да? Давай так. Приведешь меня к золоту, и я могу сохранить тебе жизнь. И все? Два варианта? Сдохнуть сразу или помочь тебе и сдохнуть? Тяжкий выбор, но знаешь что? Давай-ка сразу. Да и кому? Слышь ты, опарыш! Мне обещали, что я найду на этом острове сокровища! А теперь мои люди умирают! Они даже выйти поссать не могут без вооруженного сопровождения! И что я в итоге имею? Нет! Я делаю тебе честное предложение. Поможешь найти золото, и тому из нас, кто выживет, достанется все. Включая, конечно, девчонку. Девчонку? Да ее давно и след простыл. Наверняка сбежала с острова за помощью. Да и Кучин, ты никогда не умел играть в покер. Я ее найду, уж поверь. Что вообще может сделать одна девчонка? Ну, погнали! Спасибо. Эй, чтоб тебя! Умница. Спасибо. Эй, эй, Букапито! Держись! Катика, Павлика! За ними! Жми, жми! Ты хоть знаешь, что там есть? За ними! Вон они!
Берегись! Гони уже!